Мені повідомляють, що вже до нас приєднався наш наступний спікер. Це Антон Наумлюк, головний редактор видання «Грати». Антоне, привіт, чи чуєш ти нас? Да, добрий вечір. Я далі хочу поговорити, ми будемо більш докладно говорити про ті саме судові справи, які є проти різних людей, які перебувають в Криму, і це, вони долучалися до таких антивоєнних акцій, але я хочу запитати, я так розумію, що, ти моніториш те, що там відбувається, і ми маємо різну інформацію, що нібито є частина людей, які в Криму чекають на прихід ЗСУ. Нібито виїжджає частина прокурорів та ФСБшників, яким не дуже подобається перебіг подій, перебіг війни. Вони не були готові до того, що от буде відбуватися те, що відбувається. Як би ти міг охарактеризувати, які настрої в Криму зараз? Це доволі складно сказати, які оцінки дати для всего Крыма, потому что в Крыму довольно сильно разнится настроение разных групп населения. Есть там крымские татары, которые изначально политически нелояльны к России и пытались отстаивать мирным путем как-то свои свободы. И сейчас, конечно, они подвергаются еще большему давлению и репрессиям. Есть население, которое просто боится того, что военные действия распространятся на территории Крыма, вне зависимости, каким последствиям это приведет, просто боятся войны. И, в общем, это такое, наверное, самое больше распространенное настроение. Напомню, что российская пропаганда, в том числе вот этот тезис о том, что Крым был захвачен без войны, там, без УИС, хотя это не так, она использовала его очень широко для того, чтобы попытаться свое влияние распространить и, в общем, как-то свою симпатию к себе крымчан повернуть. Что касается выезда силовиков, там, ФСБшников и правоохранителей в российские регионы и выезды из Крыма. Я не сказал, что это такой какой-то масштабный процесс или массовый. Боюсь, что это скорее наше желание, чем реальность. Но какая-то часть населения действительно уехала. То есть нельзя сказать, что никто не испугался. Довольно многие понимают, что, скорее всего, понимают, что они там находятся, те, кто приехал из России, что они там находятся в нарушение украинского законодательства, и если ситуация повернется таким образом, что Крым будет, наконец, возвращен, то им, в общем, придется каким-то образом решать проблемы там, с имуществом, которое они купили, с образованием, в общем, пытаться либо легитимизироваться, либо все равно уезжать. И какая-то часть в самом начале полномасштабного вторжения действительно уехала, мы это наблюдали. Ще я бачив саме на вашому сайті, мені здається, що це було на початку війни, десь в кінці лютого, говорилося про госпіталь у Красноперекопську, який був переповнений пораненими, і в нас є там інформація про те, що багато саме госпіталей кримських, що там саме поранені російські військові. От чи відомо тобі щось про це? Как известно, и, в общем, сейчас это уже, конечно, не секрет, что для российских войск южное направление и наступление из Крыма было, по всей видимости, самым удачным, но, тем не менее, огромное количество и жертв, и летальных жертв, и раненых поступало как раз в Крым. Мы буквально сейчас только начинаем как-то более-менее узнавать, но это огромный вал числа погибших российских военных из 810-й, например, бригады морской пехоты России, которая базируется в Севастополе. Вот они тоже участвовали. И у нас были данные, мы получали сведения оттуда совершенно проверенные, точные, что больше 70 человек, из них отказались участвовать в военных действиях. Это было самое начало полномасштабного вторжения, то есть это еще до вала погибших, который потом начал поступать из Украины. Я думаю, что сейчас ситуация, возможно, еще более
критическая для военных, которые не хотят участвовать в боевых действиях против Украины. Поэтому действительно и госпитали были, и крымских врачей буквально из каждого крупного города буквально командировали в эти военные госпитали. Это все было не то чтобы засекречено, сложно что-то засекретить в условиях Крыма, полуострова, где все друг друга знают, и слухи распространяются очень быстро. Но, тем не менее, старались, конечно, не афишировать. Врачей направляли в эти госпитали, и для этого используют, для раненых использовали и школы, и детские сады на территории около административной границы с Херсонской областью. Сейчас это все более-менее как-то по сути выстроилось, то есть там российская армия как-то выстроила свою инфраструктуру, проложила, опять же, железную дорогу, довела ветку до Херсона, и немножко ситуация изменилась. А вот тогда, в начале вторжения, это все был такой очень хаотичный какой-то характер имело. Зрозуміло. Давай тоді поговоримо трошки, ну не трошки, а саме поговоримо про ті випадки, які ми маємо в Криму. Тож от саме на вашому сайті «Грати» я прочитав, що ну така останній випадок – це те, що за підозрою у підпалі адміністрації села Пушкіне Совєтського району затримали 25-річного Азіза Файзулаєва. І от потім же з'явилося, надвечір того ж дня з'явилося відео з його зізнання, ну, де він каже, що зробив це, протестуючи проти війни. Тож, от, що з Азізом відбувається, і ну, наскільки поширені такі випадки? Ну, не сказати, що це прям якесь партизанське движення, там, організоване, або хоча б масштабне. Ні, але і кількість людей, і взагалі наличие людей, які готові в тому числі виступати проти війни, физически, то есть не просто там, не знаю, писать в Фейсбуке какие-то посты. Вчера, вот, например, мы еще даже не успели написать, вчера одну из активисток в Симферополе оштрафовали на 30 тысяч рублей просто за то, что она в апреле написала «нет войне» у себя на страничке в ВКонтакте. Этого было достаточно. Вот таких очень много, и это действительно ну, такое довольно масштабное движение антивоенное, но мирного сопротивления. А есть и люди, и они постоянно возникают, и новые, которые готовы выступать против войны, делать какие-то шаги более заметные физически. И с художник в Евпатории, который пытался поджечь здание администрации, тоже записывал антивоенные ролики, вообще сделал это акции антивоенные, и вот в Пушкино и еще несколько человек, которых штрафовали за то, что они выходили митинговать, мы об этом тоже писали, и, ну, возможно, видели, есть еще совершенно дикая история о пенсионерке в Крыму, которая вот настолько ее шокировали события в Буче, настолько ее шокировали преступления, у нее там погибли однокурсники и вообще друзья, что она пошла на могилу одного из погибших морских пехотинцев российских возле Судака, на кладбище возле Судака, и вылила туда кровь, просто вот сделала такую какую-то акцию. Потом она говорила, конечно, что она несколько погорячилась, но в целом это было такое вот антивоенное выступление. Сейчас она уже 2 месяца находится в СИЗО, и, скорее всего, ее будут судить за осквернение могилы. Валерия Гальденберг. Вот она. Таких людей довольно много, которые должны что-то, которые считают нужным каким-то образом что-то совершить, чтобы сказать, что они против войны, чтобы показать, что они неравнодушны. А вот что загрожує? Ну, вот ты розповідав тільки що так, ну, саме інформація з вашого сайту про те, що в селі Сонячна Долина, от саме жінка, ну, пенсіонного віку Валерія Гольденберг, що вона облила кров'ю могили російського військового. От Богдан Зіза, той художник, про якого ти говорив, що він в Євпаторії, ну, спочатку облив жовтою блакитною фарбою, а потім підпалив, ну, намагався підпалити адміністрацію. От що їм загрожує і чи є можливість, чи є в них можливість отримати ну, якусь допомогу, адвокатську допомогу, юридичну допомогу? По суті, їм грозить
преследование по любой статье Уголовного кодекса, которую захочет применить к ним там, ФСБ или полиция. А в случае с Гольденберг это было осквернение могилы по политическим причинам, по мотивам политической розни. Ее судили, дали несколько лет колонии поселения, но защита будет пытаться обжаловать этот процесс. Мы с адвокатом говорили, в общем, они там перспективы видят. Всем остальным, например, тем, кто пытался поджечь или вынужден был признаться в том, что пытался поджечь, мы до сих пор не знаем, например, в Пушкино действительно он имеет отношение, задержанный имеет отношение к поджогу или нет. Мы видели только видео, которое записано без адвокатов, очевидно под давлением. Человек сидит, нервничает там и рассказывает, как он, как по бумажке читает, как он пытался поджечь администрацию. Их будут судить, и им, собственно, некоторым уже предъявили обвинение в теракте и рассматривают это как теракт. Других за дискредитацию в российской армии, например, судят, и административные суды проходят. Несколько человек, только тех, кого мы знаем, были под арестом и отсидели административные аресты в изоляторах. Кого-то оштрафовали за то же самое. То есть совершенно разный набор статей. Собственно, какой, в общем, захочется, такой и применяется. Но статья административная и потом уже уголовная есть, статья за дискредитацию российской армии, вот она применяется, наверное, чаще всего. Защищаться от этого, ну, теоретически возможно, и все защищаются, и в Крыму сложилось прекрасное адвокатское сообщество, которое имеет огромный опыт участия в политических делах судебных. Но мы же понимаем, что судебная система в Крыму это просто продолжение репрессивного аппарата. То есть это не суд, который там выясняет вину, степень вины или там оправдывает, или еще какие-то обстоятельства выясняет. Нет, это просто такая легализация давления, легализация репрессий. Просто приговор будет в качестве такого формального повода отправить человека за решетку. Ну, чи я побачив також на вашому сайті, на сайті видання «Грати», про те, що 26 травня затримали кримського адвоката Едема Семедляєва. Його затримали працівники Центру протидії екстремізму МВС в російського у центрі Сімферополя. Ну і здається, що це сталося через те, що він щось там опублікував у соцмережах, здається, там щось перепостив. От чи відомо, що з Едемом Семедляєвим, от ти тільки що говорив, що все-таки за публікації в соцмережах там вони виписують штрафи. Тож от чим відрізняється цей випадок? Это вообще вот совсем-совсем дикая история, когда адвокаты Дэна Смедляева задержали, там, судили по административной статье, тоже по дискредитации вооруженных сил, за пост, который не он писал, который не он комментировал, не он размещал и там не репостил, а просто человек его отметил в этом посте. Это один из российских диссидентов, который давно, уже много лет назад, уехал из России и основал такое движение диссидентское за рубежом и пишет довольно жесткие вещи. В этом посте, во всяком случае, говорилось о том, что национальности в России, которые притесняются и которые подвергаются давлению, должны создавать партизанские отряды и, в общем, свергать режим Путина. Вот он там отметил адвоката крымского, как одного из знакомых своих, а он всего там отметил человек 100. И этот пост появился на странице адвоката. Вот этого было совершенно достаточно для того, чтобы Семедляева, который специализируется как раз на защите крымско-татарских, украинских активистов, то есть в политических делах участвует, достаточно для того, чтобы его привлечь к ответственности и, по сути, попытаться оказать такое давление. Но кроме него еще вот там, на следующий же день задержали, тоже потом судили и арестовали еще троих адвокатов вот, из той же когорты крымских адвокатов, которые занимаются политическими делами. То есть это как раз к вопросу насчет того, что можно ли защищаться. Ну, наверное, в Крыму и можно, и нужно защищаться в суде, и там доказывать свою невиновность, показывать ее, демонстрировать открыто для того, чтобы это все было очевидно. Но даже сами защитники
Крыму подвергаются не меньшему давлению и не меньшим, в общем, репрессиям, в том числе за то, что они отстаивают в суде интересы своих подзащитных по политическим процессам, по этим же политическим обвинениям. А от цікаво, знаєш, цікаво, яким чином саме вони, ну, тобто ФСБ, наприклад, як вони моніторять, я не уявляю собі, що в них є база соцмереж всіх, хто живе в Криму, і всіх вони перевіряють, і там дивляться, чи там щось написано, тобто я просто не уявляю собі цей механізм, може ти його уявляєш, може ти навіть знаєш, як це працює. Ну, вообще, это довольно смешная такая штука, потому что представить себе, что вот полицейский там в ранге майора, например, или там ФСБшник, тем более, сидит и мониторит социальные сети, скрываясь на самом деле чаще всего под никами чужими, там, женскими, каких-то детей, там, подростков, еще что-то. И они ведут эти страницы соцсетей, с которых мониторят интересующие их страницы, на полном серьезе. То есть там они репостят то, что обсуждается, там, допустим, в крымско-татарской среде. Если они следят за крымскими татарами, за там, участниками крымской солидарности, объединения крымского правозащитного и так далее. То есть они просто сидят с чужих страниц, с фейковых страниц, отслеживают любую активность, список, в общем-то, тех, за кем они следят, ну, как бы очевидный, потому что вот адвокаты, вот активисты, вот правозащитники, там вот журналисты, и они по ним просто лазят каждый раз. Пост на странице Семидляева, он сам удалил, по-моему, там, через несколько часов, что ли, там, 1:40, что ли, по-моему, всего лишь прошло, после чего он заметил этот пост, что его отметили, он высветил, и он его удалил у себя. Ну, просто убрал отметку в Фейсбуке. И этого достаточно было для того, чтобы пост заметили, его заскриншотили, и потом все это оказалось в материалах административного дела. Поэтому просто дяди взрослые считают, что они делают какую-то, видимо, важную работу, сидя с фейковых аккаунтов в соцсетях и копаясь на страничках там, адвокатов, активистов. Це божевілля, це божевілля. А от, ну, ми розуміємо, що з початком війни, ну, по-перше, ми знаємо точно, що ФСБ контролювало, ну, дуже щільно контролювало Крим саме з початку анексії, ну, тобто з самої анексії. І розуміємо, що зараз вони мають закручувати гайки ще сильніше. Тож от, якщо говорити про публічну сферу, так, от що там відбувається? Знаємо про те, що в школах там розповідають, здається, про те, що там Україна мала намір нападати на Крим та на Росію. От що ще з такої божевільної пропаганди чи цензури зараз відбувається саме в Криму? Ну, в самом начале вторжения казались совершенно дикими. Мы писали об этом рассылаемые методички из Министерства образования России, рассылаемые по всем школам, и младшие классы, и старшие классы, где вот пропаганда, с помощью которой обосновывалось вторжение, и там вся речь про там нацистов, денацификацию и прочие фантазии, оно все было очень централизовано, разослано по всем школам, в том числе пришло в Крым. Тогда это казалось совершенно диким, мы писали об этом как о каком-то вот феномене совершенно непонятном. Сейчас уже, мне кажется, вообще никого этим не удивишь. Школы стали действительно таким рассадником пропаганды. У нас есть несколько примеров того, что учителя, которые пытались сопротивляться этой пропаганде, были наказаны, кого-то уволили, на кого-то после этого возбудили административные или там уголовные дела. То есть это наказуемо было выступать и пытаться сопротивляться этой пропаганде, находясь в школе. Вот школа, наверное, самое такое болезненное место для общества в Крыму, через которое эта пропаганда распространяется. И плюс в телевидении там, все местные издания, которые продолжают работать, так или иначе, они скорее в этом во всем тоже участвуют. Во всяком случае, они транслируют все те же месседжи, которые выходят из российской пропаганды и из российских руководителей Крыма.
От тоді останнє, що запитаю, от те, що зараз є тимчасово окупованим південь України, ми говоримо про Херсонську область, ми говоримо про частину Запоріжжя, тож як це сприймають в Криму, як таку велику перемогу чи що? Ну, опять же, смотря кто. То есть это довольно разное общество с разными настроениями. Кто-то боится, что война придет. Кто-то буквально в их дом, да, там рядом будут рваться снаряды. Кто-то считает, что теперь можно фермерам с Херсонщины наконец возить продукцию там в Крым, и это, наоборот, сделает лучше. А кто-то понимает прекрасно, что это там незаконные действия, военные преступления, отмечает их там, и так далее. Поэтому ну, настроения очень разные. В зависимости от того, кто спрашивает, тому будут отвечать так или иначе в Крыму. Но то, что вот я отмечал в самом начале вторжения, когда только-только вот захватили довольно большую часть сразу в Херсонской области, что сценарий, по которой это все происходило, он очень был похож на крымский сценарий, в том смысле, что там не старались, во всяком случае, сначала не устраивать каких-то масштабных вот всеохватывающих военных преступлений, насилия, там, агрессии и так далее. А было очевидно с самого начала, что эту территорию будут пытаться готовить под захват, точно так же, как готовили Крым. А потом уже, когда в Херсоне довольно успешное и такое довольно масштабное было движение проукраинское против оккупации, против вообще российских войск и захвата, тогда начались вот те же самые репрессии, точно так же, как они происходили в 14-15 Крыму, когда выкрадывали активистов, когда всех, кто мог какую-то представлять опасность, это бывшие там, ветераны АТО, какие-то чиновники, которые пользовались каким-то уважением, вот их, они стали пропадать, они стали исчезать, их начали принуждать к тому, чтобы они по меньшей мере или уехали, а максимум начали бы сотрудничать. Ну, то есть все прям вот как по крымским лекалам, как так, было по методичці, так. Да, Антоне, дуже дякую тобі за цю розмову. Антон Наумлюк, головний редактор видання «Грати», був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.